Приветствую вас, друзья мои! С вами Наталья Варфоломеева, и это видео я пишу для того, чтобы поделиться своими впечатлениями о событии, которое недавно произошло в Рунете. Это саммит «Реальный сетевой маркетинг». Сказать, что я в восторге от этого события, это не сказать ничего. Для меня, как новичка в сетевом маркетинге, это было из ряда вон выходящее событие, на котором я с удовольствием поприсутствовала. Знаете, я была как Золушка, которая попала во дворец, где собралось высшее общество. Только там были не чопорные вельможи, а довольно приятные, очень харизматичные, приветливые люди, которые с удовольствием делились с нами своими знаниями, я подчеркну, абсолютно бесплатно делились, которые готовы были открыть нам свои секреты, которые рассказывали нам свои истории о том, как они пришли в сетевой маркетинг, о том, чего они смогли добиться в сетевом маркетинге, о том, как они работают, как они добиваются успехов. Я столько полезного вынесла из этого саммита, это не передать словами. Вот посмотрите, у меня блокнот весь исписан полезностями. Вот, смотрите, практически до самого конца. Я, кстати, считаю очень важным именно писать ручкой по бумаге. Я не копировала слайды, я все слайды переписывала, насколько успевала себе блокнот. Конечно, это и истории, это и проведение вебинаров, это и как собирать базу подписчиков, это и психологические составляющие сетевого маркетинга. Для меня очень важно, я лишний раз убедилась, что нельзя бросать это дело. Это дело, которое может привести до нереальных высот любого человека, с любым образованием, любого статуса, в любом городе, где бы он ни проживал. Поэтому, друзья мои, спасибо всем организаторам, хочу сказать. И я очень довольна, я очень рада, что я попала на этот саммит. Спасибо, всего хорошего.